партия уже получается. Нужно мне вот раз. Вот сейчас 8, 9, да? 4 партии остается, правильно? А, я же хожу. Так. Что-то я завис. Я добавляю Ольге время. И начинаем. Конечно. F5. F5. Девятая партия остается, получается, 9, 10, 11, 12, да? 4 игры. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 мы сыграли. Да, время летит быстро. Опять вот эти структуры. И у меня сегодня что-то не идет. Все проигрываю я. Все я проигрываю в этих... Лондон меня сегодня бьет. Обычно я очень люблю, когда против моей голландки играют Лондон. Потому что мне кажется, что у меня будут легкие победы. И обычно я очень часто Лондон громлю. Хотя вот там, это когда играешь против Ильи Николаева, можно про это забыть. Но сегодня как-то разыгрывает Лондон со слоном на H2. Ольга очень принципиально и сильно. Можно поставить пешку на А4 и потом пойти по центру. Тогда не будет вот этого шаха. И вообще надо где-то здесь... Ну, плотно она расставляется, плотно. То есть вот этот слон всегда стреляет, вот эта батарея всегда работает. Так, и тут она решила по центру, да, пойти? Когда Николай ходит опять, у меня вообще пропадает желание делать рокировку в какую-либо сторону. Ну, я поле b3 взял под контроль в какой-то степени. Запасную проходную не будем делать. Ага, помогать. Отлично. Да, можно называть так или нет? Отлично. Да, и давайте конь сюда пойдет. Конь пойдет сюда. Все-таки, наверное, надо ходить e5. Посмотрим, куда она будет рокироваться. Пешки пока не трогаем. А, попало. Да, да, Артём, я в курсе, что это Лондон. Так Илья Николаев играет. Николай немного быстрее думает, конечно, чем я. Я вот уже сейчас вспоминал. Не раз. Так, сюда нельзя. 45 секунд. А что, назад идти? Или контратаковать по Ярсанычу? Ну, придется по Ярсанычу. Она может сюда, я сюда. Нет, она бьет. Она бьет. Но я вперед отдаю пешку G. Отдаю пешку G. Но не хотелось мне назад отходить. Но не то это. Зато у меня ферзь может где-то выскочить. Но этот конь пока мешает. Но я говорю, Ольга как-то Лондон разыгрывает очень-очень... не то что своеобразно. Но как-то она его... понимающе разыгрывает. Вот так я скажу. Вот так я скажу. Так. А что я грожу? Грожу сюда. Что еще я грожу? Сюда-сюда строится. По линии F продавить. Не знаю. Или стоило мне сделать рокировку? Я не понял, что подвисает что-то? Надеюсь, ничего не подвисает. Так, все-таки 3 нуля. Может, да, она ловко играет сегодня с этими 3 нулями. Так, взял. Шах. Блин, опять этот шах. Я вот этот шах, он мне сегодня, честно говоря... очень сильно уже потрепал меня. И конь все время сюда идет. Это прям очень неприятно. Блин, а что делать-то? Наверное, единственное спасение — это вот так вот сходить. Скорее всего. Что делать-то? Давайте так пойду.
Ой, я сюда отдаю еще. Ай, черт побери, а. Так, если я забираю вот сюда. Там еще забираю вот этого. Блин, ну нельзя так играть. Ну опять я даю вот это, ну, в пятой партии уже такое. Она дает шах, и конь идет на g6. Ну как, сколько раз сегодня это уже было? Ну можно что-то сюда противопоставить нельзя, или нельзя? Нельзя. Ну куда ей коня убирать, вопрос. Без качества играть можно. Она его сплавляет просто. Нормально. Так еще есть какая-то борьба. Бред. Зевает. Ну просто повезло. Ладно, просто давай. Повезло мне, дураку. Ну сколько раз? Ну сделай ты что-нибудь, я не знаю. Причем идея-то такая проста, как 3 копейки, да? Ну, типовая, могла. Просто типовая дрючка. Любой вот ход можно было сделать, любой. Хоть вот надо так, просто, наверное, эту батарею, да, уничтожать, да? Все-таки надо держать коня на f6. Ну, зевок то уж точно. Надо держать коня на f6, чтобы не пускать сюда. Или вообще где-то ходить с вилкой, да? Минус полтора. Ой, ой. Уф. А я думаю, как пойти, куда пойти. Да коня ты просто съешь. Ой-ё. Да, и здесь какой-то зевок необоснованный. Я зевнул, и она зевнула. Ах.